Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он Сына Своего отдал да на смерть, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Проклятия твои Он понес на себе, Он открыл тебе дорогу к вечности. О, гвозди в Его руках дали свободу тебе. Свободу тебе. Заведен был на убийство он, и как агнец он безгласен был. Люди думали, что он был Богом уничижен, но он взял на себя наши немощи. Он понес грехи наши на себе, Он страдал, потому что любил людей, был распят на кресте, но на третий день воскрес, Он не умер, Он жив, Он победил смерть. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он Сына Своего отдал да на смерть, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Вечную.